Всем привет, друзья! Сегодня обзор, очередная посылка из Китая. Вот такой вот переходник для лампочки с E14 на E27. Цоколь. Вы вот сюда вкручиваете E14 лампочку, если у вас такова есть. Ну и ее потом вкручиваете в E27. Очень полезная в быту вещь, так как иногда покупаем мы случайно не ту лампочку, не с тем цоколем. Либо же просто у нас завалялась лампочка. И мы хотим ее все-таки использовать, так как подарить некому. Ну и т.д. и т.п. Стоит в порядке там 20-30 рублей. Ссылку в описании я дам. Ну а сложности, я думаю, в установке вы никакой не почувствуете. Естественно, здесь лампочку, которая Ильича, которая со спиралью накаливания внутри, лучше не использовать. Светодиодную, либо экономную, так как, судя по тому, что там внутри, это пластмасс, это какие-то просто мелкие контакты с неизвестного металла. Поэтому либо светодиод, либо эконом лампа. Лампу накаливания не стоит. Все, всем спасибо за обзор, всем пока. Ссылка на товар в описании. Всего доброго. Так, как это работает? Имеется лампочка, вот видите, E14. Вот этот переходничок. Вкручиваем. Итак, вкрутили, получилось вот так. Теперь вкручиваем. Пожалуйста. Все работает. Ну, экономка, она разогревается долго. Все, всем спасибо, ссылка на товар в описании. Всем пока.